Всем привет! До конца лета еще целый месяц. Те, кто не успел насладиться природой, могут сделать это в полной мере. Правда, ночи в августе становятся холодными, а значит, для ночлега в палатке вам понадобится спальный мешок. Всевозможные сайты предлагают этот товар по привлекательным ценам. Самые выгодные предложения в программе путеводителя по онлайн-скидкам «Шоппинг-навигатор». Поехали! Выбирая модель, в первую очередь необходимо определиться с природными условиями местности, в которую вы собираетесь отправиться, и с временем года. Обращайте внимание на следующие факторы: ожидаемые ночные температуры, место ночевки, палатка, домик, автомобиль под открытым небом, влажность региона, в горах обычно высокая, вероятность ночевок на снегу или льду. Для отдыха летом подойдут недорогие спальники-одеяла. Они гораздо просторнее мешков-коконов, утеплены и приятны на ощупь, но занимают много места. Больше подходят для машины. Бывают спальные мешки, которые предназначены для ночевок под открытым небом или в палатке весной, летом и осенью, поэтому их еще называют трехсезонными спальниками. Состоят из натуральных и синтетических материалов. Модели практичные, компактные и легкие. Подходят для походов, где важен вес и упаковочный объем. Также есть суперлегкие модели специально для лета и утепленные зимние варианты. Чем сложнее по температурным условиям поход, в который вы готовитесь отправиться, тем дороже вам обойдется спальник. На сайте Sportmaster спальный мешок Outventura Montreal сейчас предлагают со скидкой в 30% за 3639 рублей. В наличии два цвета – серый и синий. Удобный кемпинговый спальник-одеяло большого размера станет отличным вариантом для всех поклонников активного отдыха на природе. Модель рекомендуют использовать при температуре от плюс 13 до плюс 3 градусов. Отстегивается мешок на правую сторону. На сайте Wildberries спальный мешок-одеяло сейчас продают за 1455 рублей. Его прежняя цена – 5000. Практичная модель для летнего и демисезонного отдыха на природе. Можно расстегнуть молнию и использовать спальник как обыкновенное одеяло. Размер по высоте 180 см, ширина 73. Спальный мешок упакован в чехол для удобного хранения и транспортировки. Рекомендуемый температурный режим – от плюс 10 до плюс 25 градусов. Ткань гипоаллергенная, отлично защищает от ветра, не впитывает пот и кожный жир. Материал утеплителя – термофайбер. Легко переносит многократные стирки, не сбивается, быстро восстанавливает объем и сохнет в самые короткие сроки. На сайте Озон спальный мешок сейчас предлагают за 1390 рублей. Раньше он стоил 5000. Расцветка камуфляжная, выдерживает температуру до минус 10 градусов. Длина спальника 220 см, ширина 75. Пошит из водоотталкивающей ткани. Молния расположена слева. При необходимости спальный мешок легко превращается в одеяло. На сайте Яндекс.Маркет спальный мешок сейчас предлагают со скидкой в 47% за 1899 рублей. Цвет зеленый, молния расположена с левой стороны. Длина изделия 220 см, ширина 75. Выдерживает температуру до минус 10 градусов, есть подголовник. На сайте Самара Спорт Сити спальный мешок сейчас можно приобрести за 1580 рублей. Цвет синий, длина 200 см. Спальник можно использовать и как одеяло, расстегнув молнию. Можно из двух спальных мешков собрать спарку, то есть один большой. Разъемные молнии это позволяют. Специализированный наполнитель для спальных мешков – Fibersoft. Классический пошив спальника – теплые швы, два слоя наполнителя, разъемная молния. Это был «Шоппинг-навигатор», ваш гид в сфере онлайн-покупок. Экономьте деньги с нами! Отличные скидки!